Нет, там есть пиздец. Полный, при том, что у меня там есть ребята с Харькова, ты да, говорили еще. Но там что-то вакуумную какую-то снаряд зарядили. Прям лютый. Что это такое вакуумный снаряд? Сверхзвуковой. Ну, короче, что-то типа того, как ядерный удар выглядит. Так, в смысле, я ж тут ипотеку собрался брать, вот эти, порой на РТ не приходил с квартирами, тут заплет, а тут нихуя себе цены Сбербанк на ипотеку, ну процент взлетел. Ну да, посолил сегодня, угорнул. Я охуел просто. Сколько там процент? 20? Нет, 20 плюс. Нет, там 18,4, а, ну а у меня вообще ипотека пока что одобрена под 11,3. Я хуй знаю, сейчас если брать, я не знаю, может быть даже и повысить. Ну, могут и не повысить, как повезет. Ну я сейчас, короче, решил расписаться с супругой через месяц свадьбы. Дальневосточную под 0,1 хочу взять, если не уберут с этой хуйней. Теперь по 20, не будь как я. Да нахуй. Но я изначально под 18 взял, у вас у меня 11. Потом, бля, внуки доплатят, да, за меня. Ну, позавчера сделал предложение. Давай возьмем ипотеку, да? Да. Кстати, у меня могу погибель призывать. Ты можешь погибель призывать? Ты горожан закрыл на фол? Какой? КМ. Нет, а у меня бочонок есть вот этот. Ну так это как? Это не тот. Это не тот бочонок. А-а-а. Это я могу в обычке, да, погибель призывать? Да. Я понял. Ты что, было так просто? Я просто не знал, я думал. Хотя типа нам Ваня может призвать погибель, но, блин. Честно, не знаю, хочу тратить время. Не хочу. Я тоже не хочу. Она не сложная, но она требует, чтобы люди все знали, что делать нужно. Наблюдение, тактика. Прям жестко. Потому что там бой очень долгий с ней получается. Типа вайп, и там просто кучу времени тратишь. 2 марта российская делегация поедет на переговоры. А, ну на второй раунд у них, ну. Ну, 2 марта только Россия, там Украина неизвестно когда приедет. Так что... Заебали они уже воевать. Да ты шо, только начали. Нахуй надо, блядь. Ну ладно вот этих там, как они, бандеровцы, перехлопать их, блядь, не пиздец. Украина ж братский народ. Дело не в братском народе, нахуя это вообще странам нужно? Я вообще не знаю, где ты, блядь, причём экономика это по пизду летит. Да вообще все летит. Ну у кого-то летит, у кого-то растет. Это чисто предлог был пойти убить бандеров, скажем так, зачистить, чтобы зайти в Украину. Посмотри старое видео Бориса Немцова. Он, в принципе, 8 лет назад сказал, что будет вот, в принципе, что есть, что Путин замутит. Сейчас Илья Яхтин, которого убили, Бориса Немцова. Они всех таких переебашили. Все, кто правду говорил. Даже если он правду говорил, все равно нихуя смысла в этом нет. Ну да. Что экономика России просто идет нахуй. Поэтому и начались переговоры. Ладно, все. Реально бухой сказал, хватит на этом, давай. А что, айфоны запретили продавать? BMW точно знаю, запретили продавать. Там много. Даже завод прикрыли. Денег нет на них. Чисто пол Европы уже получилось. Даже завод, только в России собирали BMW, завод был, его закрыли. У нас в России завод BMW был? Да, в каком-то там городе. Я знаю точно, что у меня друг хабаровский хотел себе лодку купить там в магазине Extreme DV, и нихуя, говорят, не продаем больше. Сейчас ценник подрастет, но продадим. Так уже подрос, я покупал в том году за 58, уже 70 тысяч. Это только начало.
там на железо тоже, ну, компьютерное все вырастет. Так это Бухой писал в этот в Дискорд, типа нахуй всех поудаляю, кто будет хуйню нести? Нет, это Серёжа. А как так у него? Ну он не играет тут, он на Легионе или где? А, я смотрю по фотке, дядька-то взрослый там вроде. Ну это вот основатель гильдии вроде. А, еще с X1. Да. Надо у Пети спрашивать, или он основатель гильдии, да, Петя? Или нет? Че еще раз? Серега этот гильдию сделал, да? Вообще это первый его самый гильдий. Этот Дискорд, это его Дискорд. Понял. Так, а ты как стал хозяином гильдии? Я? Вызвался добровольцем на моральное уничтожение. Пока держится, Санечка. Сейчас, скажем так, будут въебываться, у меня уже посещают мысли, честно. Я тебе говорю, а Духа же тоже поначалу такой был очень лояльный, а потом все нахуй, блядь, заебали, блядь. Не так хули въёбываются, каждый день свое что-то гнёт, блин. О, именно поэтому Андрюха здесь и не хочет где-то заниматься, потому что заебали. Так, а да много вредно, тяжело. Ладно, когда вы свои, блин, вреднее. С которыми уже 2 года. Почти. NPC били. Ну. Здесь люди, с которыми мы почти 2 года играем. Я с вами с середины X3. Сережа. Санечка. Это был-то, не был. Ну какая разница, я с вами. Если где-нибудь на циркле, да, допустим, играть, ну, на простом, то есть, ну, патче 3.3.5, одеть Т-10, ты чё, это Карагер там легко закрывается, вот, может, мать, Т-10? Там Карагер нет. Там Карагер обычная, ну, то есть, до 70 уровня. Карагер это полностью нарисованные яйца. Они, конечно, передали откуда-то что-нибудь, но полностью сделанные яйца, вся на... Да, то есть Карагер вообще нету, то есть, фу, я вообще перепутал, ее как таковой нет, то есть она создана. Ну, так сказал Петя, она где-то там что-то штырит на механике какие-то где-то там, но... Аран носитель, к примеру, чисто с региона срисованы с пятерки. Не, ну по факту, я считаю, это нормально, потому что зачем придумывать велосипед, когда он так хорошо катит? Гемару и доставляет, все. А что, всякие подаваны играть больше не будут? Вообще, они уже стреляют. Так он же заходил на том КД, нет? На этом точнее. Не, Николада. И на кого? Николада заходил. Ну, я тоже поначалу ходил. Пиноколаду спросить, а где там это Шокотяна, блядь, он вспомнил, что Падаван это Падаван, а не Пиноколада. Ну да. Понимаете, Вова просто, ну, мне до этого написал, что он не будет часто сейчас играть, потому что у него на работе там дела, ну, работа. Как и Чернобыль как написал. Или у вас катка не обнута? Так вот. Лак апнут или нет? Скажите, пожалуйста. У меня нет. Мэйк? Ну, забей. Он хапал. Не, он хапал. Все, да. Буду орать. Братики, вы полегче. Прохиливайте другого братика. А, вся ночной эльф уже, да? Ты про это? Так-то да, кайфушки. Ты думаешь, почему я горел от орка? Потому что эльфам похуй, и так же сбросил дальше держку. Нет, так-то оно так, ну ты просто, я за тебя про это вот тоже говорил, просил, когда ты соберешься поменять, скажи заранее, что тебе нужно, мы заранее подготовимся. Но блин, нам так-то сползло. Санек, я же тебе говорил, что 2 КД, все, больше меня не хватит. Я же это изначально говорил, от первого ИВК. Ну, как-то я этот момент просрал, если честно. Но... Ну, возможно, но я сразу, я сказал, это КД и следующее. Потому что я точно тебе говорю фразу, типа, когда ты будешь готов, чтобы ты, типа, сказал, что тебе нужно. И мы, типа, это приоритетом сделаем. Ну, и нам чисто, конечно, повезло, что это все выпало с первого раза. Ну, я бы не сказал, что нам повезло, потому что мы Ануба до сих пор не убили. Убьем. Мы не из-за этого не убили, из-за того, что нет
людей постоянных, постоянно кто-то меняется. Ну, да. Это как бы тоже нормальная тема. Последние два КД ДПС маловато. Прям. Ну да. Ну так. Вадюха, давай на пулы, а? Так у меня в КД, ты чё, я жду по КД. Я ж показываю, вот смотри, раз, всё. Не показывай. Я думал, тебе показывай. Я же начал бой с напулой через верх клинков, чтобы всех на тебя напули. Ну, красавчик. Так и надо. Так, я бегу быстренько чеку на ринг. Да, там все равно остались еще пачка. И добьем. Ой, а схуяли на меня загрелись. Не отдал, значит, на пол. Нет, в КД. Все убили. Ладно. Через череду, понятно, у тебя загрелись. Не, я 5 вееров кинул через руну. Потом череду отдал. А, нет, 3 веера. Потом рагу думал копить чередой. А где Володя, что он сегодня не играет? Он пошел в ИВК. Ну, как хочет. 25, да? Сегодня не 50. Он же 25 с нами. Там сапоги выпали, сказал, не буду ливать. Ну, типа, сегодня же такого ТРТ я не ставил. Такого, поэтому... Ну, вроде шмот мне особо нужен. Ну, там только с оперы нужен шмот, который не скоро будем тратить. Так. Присоедините, кто тактику не знает. Вы все сопроты пейте. Идите. Есть, кто тактику не знает? Вот я вам поставлю метку. Блин, да что? На кике. Это на второй фазе. На второй фазе все будете кики становиться. О, я заодно сейчас спекнусь. Вон холод. Больше урона будет. Еще купол убивается. Главное агро. Не, здесь с агром тоже нормально. Я сделал такой спек, который... И агро более-менее, и... Есть одна проблема, я пальцы ожог, 6 штук, как додик, то, блин, сейчас так неудобно играть, со мной кончик пальца тебе сдирается. Что сделал? Кастрюлю горячую взял. Ой, ну, дурак. Я раз себе на ляжку в том году кружку кипятка бурлящего вылил, и я там чуть не кончил. Просто упала кружка. Не, больно, нормально так было. Вообще неприятно, скажем. Да, ожоги, пиздец, это вообще жесть, термические. Здорово. Здорово, Жень. Они термические лучше. Привет. Слушайте, ехал сейчас в машине. Я попытался по телефону, по блютуз наушникам вам сказать, что там беседы, там серые мобы у Саши были, там что-то кто-то качать за рогу Саша качается, а я не мог что говорить, блин, пиздец. Ну я видел, ты заходил и... Надо смотреть, что-то это самое, что-то он это... У тебя в настройке телефона, наверное, выпить. Да. Надо будет это... Сколько стоит такой трансмог? Ну, скидки пока дешевле. А я смотрю, этот киберкотлета тоже, да, ливнул? А он что ливнул? Из-за того, что, наверное, замену взял. О, похер. Женя, есть люди, которые будут такие приходящие и уходящие. Есть да люди, нет, которые понимают. Просто постоянные. Не понимаю мышление людей. Надо иногда понять, как человек мыслит, и нахуй сразу шлать. Ну, смотри, не найти постоянных людей без таких уходящих-приходящих. Поэтому это будет, если
Это не делать, просто не кул. Ты лучше вообще тогда ничего не делать. Так, ладно. Поэтому... Чего там сегодня планы? Мы уже в Каране, на первом бой. А, вы в Гер пошли? Да. Хорошо, Бухой, это классно. Войд, Войдуха. А, да-да, я тут, я просто трансмоги смотрел. Это хорошо. Все, заходите. Да. Будем гулять. Меч получается 1040 рублей стоит? Нет, все, заходи, потом меч. Это я могу, значит, отдохнуть от вас. Хорошо. Под лицом не лезем, Женька, мы сейчас гулять будем. Остальное знак, да. Все, все готовы. Бухой, зайди внутрь. А он, иди сюда. Плюс он у тебя говорил, когда пальто от вас закончится. Короче, не буду вам мешать, ребят, сяду на канал пониже. Или куда повыше. В общем, давайте. Была рыба, была, ничего. Давай, давай. Все уже не стоит, похуй, без рыбы. Так. Короче, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Под жопу все можете подойти, там Сацуна диспелит. Прям все. Уже. Под лицо главное не лезть. Вадюха, оставь уже на пол. Да. Не стыдно, взяли меня перед домой, жили. Не бросите на первой фазе, ребят. Никогда на этом бросить. Первая фаза быстро заканчивается. Подойдите ближе, тотем уберите. Тотем убери. Ага. Молодец. Дайте поставлю вначале, ребят. Подклифф не заведи только. Очень хреново поставил. Отойдите немного. Вот так. Лучше? Да. Геру дай. Берегитесь. Встает. Чуть-чуть назад отойди, мы еле друг друга. Наш подвел босс. Берегитесь. Не-не-не, танец его стоит. Вадюха, ставишь на пол меня это. 10 секунд, я понял. Нет, давай сейчас. Вадима, дашь тебе бог. Санька, дашь по Мавару. Берегитесь. Мавар закинешь этот зубы в. Давай в крафтер. Сказка. Стараешься. Ну вот уже скидывай. Стараюсь ловить. Все, я перетал. Отдал. Реально, я перетал все. Отдал на пол. Вот. Ну, выделил. А как механика на второй фазе работает? Что-то мы уже год ходим, а я не понимаю, почему мы так стоим. Короче, там, когда заходит к столбику, в него галоп летит и бьет только танка, иногда вообще не бьет. За счет текстур галоп по рейду не бьет. Нельзя, чтобы лицо коня задевало, скажем так, никого. Если оно задевает, то оно попадает в урон от огня. Тут вот, есть. Тут вот, видишь? Мы заобузили, да? Ну, не вы.
не первые. Этот. Я немножко по-другому бил, потому что вот именно точку, в которой. Блядь, себе обставил. Что я саму эту точку, где он ивейдился, не знал. Ну, не то, что ивейдился, ну, короче, вы поняли. Чтоб не чекляло миликов, то я вот всегда командовал миликом на всякий случай отбегать. Берегитесь. Ну, у коня точки атаки определенные, то есть он не рандомную точку играет, а именно... Нет, я знаю, я это знаю. И из-за этого есть текстура, которая перекрывается. Вот, и именно вот этот момент с текстурой, которая перекрывает, лично я, скажем так, не знаю, где эта текстура. Блять. Идите бейте, я отверну. Только под лицо не лезьте, никто. Застрял. Да не бьется. Отбегите. Отбегите в центр. Вот дюха. Ваш пеп. Как всегда, блять. А вот и за танковские запы ставьте. Лес. Ой, какие запы классные. Ладно. Кажановская, Кажановская, берите кому надо. Вадю, ходи на замену. Влад, заходи. Ой, не Влад, а Ваня, заходи. Всем спасибо. Не, так ты посмотри, может быть, какие-то еще боссы тебе нужны. Может быть, будет место уступить тебе. Так он сказал, вам ботинки. Вам не нужны. Ботинки вам нужны. Ну, если боты с этого падают, с мороза, то сараны, возможно, тоже боты будут. Ну да, если дева кому не нужна, я бы, может, там тоже запы взял бы. Ну, я думаю, дева Ване не нужна. Запы на Эрбала хороши. Ну, значит, Эрбалам нужна. А, ну да, всего, тем более не очень эти запы. Кинь, Ваня, этот. Как там ладно. Они на мультика охуенные. Ну, поставь шкаф сразу, крафтят. Рано вы будете бить не скоро еще, я так понимаю. Ну, будет зависеть от того, как мы идем. Но пока что идем замечательно. Убить бы его. А не пока что. Шкаф, ну, я зайду на духов сумонить. Ран мне нужен в любом случае. Зачем? Шея. Шея ДДшная? Танковская, что ли? ДДшная танковская шея есть. А я ж не знаю, не смотрел. Я поэтому спросил. Ловкость РПБ крит. Нашел. Поставь в краш-тест. Интересно. Ой, я ну да, так-то интересная шея. Но она все равно хуже островной, по идее. Да, хуже. Ну, я одной не собираюсь, армию. Ну, понятно, прыгнем от танка, пойдем. Да. Пойдем сразу вдвоем. Наверх поднимемся, да еще. Это у нас лок есть, пусть он тянет просто. Ну, в принципе, да, разницы нет. Давай этот лок бери глазом и станьте все вправо. Любавните Ваню там минимально. Бля, как же пальцы. Лок, тяни глазом. О, какие урога или как там правильно? А, уже. Так, Петя, на причитывая кресты подзадаю. Войда, законтрольте кто-нибудь. А, значит, отсюда зап хаста крит не нужна, да? Силовые. Мэлику, наверное, нужна. У него там с меткостью какие-то, если не ошибаюсь. Говнячие. У меня есть тактика, я ее буду придерживаться, так что если что, говорите.
Разберете все свои. Все свои. Ну, у Алибарда очередь. Да нет, тут, наверное, ролить придется, потому что... Тут ролить придется, да. Да ладно, забейте, она не упадет. Я вот думаю, что она просто не упадет. И вы пойдете дальше в очередь. Лужа разлейте? Когда я лью? Двух засапал. СМК. Бей Ваню. Разрешаю. Я запомню. Разрешаю. Парень. Что он не затапил? Сказать, разрешу Мороз. Что-то прекрасил глупик, кто на мне мог сидит. Не восприимчив, кто. Но я его тоже не могу снять. Ладно, тогда добиваю другого, заберите. Этого можно. Пошли наверх, просто поднимемся. Только не бывайте сразу, дайте для лужи кину, там болячек закину. Потом уже врываете, чтобы вас не срывали. О, уже Саня, мы когда магика пойдем? Что? Мы когда магика пойдем, либо королей? В этот четыре. Что? Нет, следа чего. Типа, если мы будем. Если оно будет убиваем, мы не идем, да? Мы идем в четверг на Анубу. В пятницу короли магик. А, то есть подливаем магик. Нет. Че, какой подливать? У нас же нет, когда. В четверг заново пойдем в ВК. Возьмем состав получше. Я сейчас еще этим займусь. Пойдем просто закроем его. За четверг. В пятницу пойдем магика убьем. Возможности королей, если получится с этим. Грипни там гостя к нам. Не вижу его. А, вижу. Ладно. Сейчас я приду. Смотрите аккуратно, ребят. Че нет? И дальнюю пачку только не загадь, типа есть. Вань, ну ты будешь на мобах тогда. Я на этом. Мороз. Прохладная история, мне кажется. Блять, ну я не удержу в тех мобах. А я удержу. Да, слабак. Дим, тут я не спорю. Так если я у Яшки отрублю, ну хотя вары. Не, ну если они я хотя бы... Просто Вард ждал 6, там сколько, 4 цели? Камон. Так там за меня уедешь. А, ну-ну. Вертушку тоже жать не будешь, Федь? Она все равно... На да. Ты же на мне бедилку повешал, как я буду срывать? Видишь, я не срываю. Вот этот факт. Все, проблема решена. Ну, потому что есть пак висит на Жене. Ой, на Сане. Ну, давай попробуем следующий пак ты будешь держать. Давай. Сейчас, Санек тебе уступит место.
Вот сейчас сайт не пули, это next. Посмотрим. Я твой таргет возьму и в твой таргет буду играть. Бурсту даже сдам. Сегодня похоронили его. Один есть. Так я его ешь на печати убил. Негодяй ты, блин. Ну да, сейчас буду с печатью порчу сейчас всех. Да бейте распорядителей. Там я сейчас энрейдж получу, это будет бы. О, они меня пробили, этот распорядитель. Они баранью срезали в ноль. Я вижу. Сейчас мне главное дожить до этого, до щита костяного. Я закинул. Все, забей. Все, следующий пак держит за Наваль, да? Да, давай. Давай. Так, берем тебя. И ты поехали. Даю бурсу. Играю точечно. Все, моб слип. Даже не сорвалось, даже близко. Они на сане. Один моб. А остальные все на сане, да. Ну, я смотрю по этому, по Омену. Я был. Одного одного моба мне похуй, я удержу. Ну, мы же в одном если будем. Больше одного, вот это проблема. Так, мы же в одного играть будем, в того, который самый противный. Ну, не можете. Хотя, здесь Эрпау. Здесь Пабло Пау, ДЦ, Вар. Типа. Иди, дай трэш до меня. Так, грёбаный стул. Я гляну. И смотрите, не загрите аккуратно, там петы чьи-то пищат. Я пьяный, мне похуй. Ну здесь армс, здесь прота нет, так что обезоружения не будет. Но будет лиф. Эрпал это кулаки плюс стан. Баблопал и ДЦ. Кто там? Похуй, похуй, похуй и не похуй. Короче, барона убить надо. Ну, я хуй знаю, если я с видеостан не сдиспалит, это в откис. Ну, хочешь, я потанчу на этих, но, бля, меня просто... Да не, у меня ж прожимок до хера. Меня под костяным доспехом. Они не жмут. Да шо вы переживаете? Убьем и все. Блин, да, так давай. Что же кислый танк, что вы тут? Я как бы хреновый танк, я ж не спорю. Но. Сейчас быстро полез схожу. Так, всех добили? Да. Всех. Давай, короче. Чего агровисти? У меня агровисти. Всех не агровисти? Нету агран. Нет. У тебя только. Походу. Не на кого. Я понял. Сейчас спадет. Вышел со мной. Выкачи рыбку все. Там да очень все поешь заново, да еще. Прям. Почему нельзя? Можно? А босс сам по себе ебурит не слабо. Если... Вот, Петя ответил на твой вопрос. Просто босс очень сильно бьет. Очень сильно. Здесь поставьте защиту, ребят. Один по один. Здесь магии почти не бьет. Один из паладинов. В
Вадим, нажми ты защиту. Нам сала нет. Нам природа нужна. Бухой слышно, да? Да похер на эту природу, Вань. В смысле? Отравляющий укол и рапча. Рапча не у природы бьет, а сизой. Природы. Хорошо, почитай, там написано в описании даже сизой. В описаниях много чего написано. Рапча такая же, как у обычного этого. Так, кого мы там заливаем? Барона, да, этого пиздюка Драугера. Ну, отравляющий укол от природы точно бьет. Ну, это отравляющий, да, 100%. А рапча всегда физрой. Да, можете дышку. Этот, по танцам слева, ой, справа Сацуне, бухой Хики, слева White Spirit, Crash Test, Джекис. Crash Test, знаешь, что здесь делать? Да, нет, быстрее. Crash Test. Лог. Там же кто-то в туалет убегал. Я сбегал. Сацуна. Ты знаешь, что здесь делать? Он здесь еще очень. Дичи. Ну. Можем его десать. Знаю, танцевать и потом, да, правильно пожрать рыбу. Смотри, первый. Ты слева закрываешь танцы, первый закрывает вот спирит, потом ты, потом Джекис. Поставь уже сразу сюда портал. Ну. И будет закрывать китан. Потом нужно будет обязательно хавку съесть. Рыба в приоритете. Если рыбы нет, кабан, и на крайняк кексики ешь. На второй фазе станешь вот сюда на стол, на себя СС закинь. Это когда вторая фаза начнется. Все, вся тактика для тебя. Играешь вначале по черепу, потом по боссу. Готовность на пол. Бухой. Ваня, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Пуляем. Стан. Диспел маг. Стан. Танцы появились. Меня прохильте. Да. Сорвал. Так я сбросить могу. Здесь палить надо. Маск. Квест. Следующий ты, кажется, слева закрывает. Если что. Если слева появится. Маздиспол дай, Сань. Возврат. Справа. Петь, следующий закроешь. А, ну без меток. Квадрат, справа. Справа, петь. Далеко. Два сайленса будет. Санька, метнись до тортика. Справа. Сейчас я справа могу побежать. Да, стой там. Побежал. Чешков, Санька, дай масс. Сколько там, Вадимочка, танцев будет? Крест слева. 56. Так, это еще двое танцев после этих. Справа кто побежит? Там все КД. Справа бухой. Кто-нибудь на подцеле. Будьте, мои лиги что-то бегут. Справа, справа. Справа закройте, закрывай мои лиги. Прожмусь. Если что, возложение отдам. Да я пожалуйста, не должно пробить. Да.
справа, последний бухой, танк. Бухой. Два сайленса будет, если не три. Айтбау. Айтбау. Всякий случай. Последние? Все, это последние танцы. Да. Спускайтесь вниз. Кроме Лока. Ваня, я первый ловлю. Запустил тайм. Забирай, Вань. Геру. Геру, да. Забирай. Мазди сползай. Забирай, Вань. Краш-теста подкиньте. Забирай. 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 Через 20 секунд нужно будет сейвы отдавать. Отдам мастерову. Забирай. Сколько мне когда отдавать? Через 14. Вот на этот отдашь. Я отдавал избал. Через 7 секунд. Сейвы забирай, Ваня. Вань, забирай. Готовьтесь сейвы отдавать. О, таймер проебался. Поймал первый, да. Забери. Я забрал. Забирай. Забирай. Так, это значит, где-то я на 2 секунды проебался, но это 2.40 будет. Забирай. 2.35 у нас приблизительно. Через 30 секунд. Забирай. Маздис пульсаж. Забирай. Через 10 секунд прожимки отдаем. 4 секунды. Отдайте прожимки. Вот оно. Нет, значит, еще позже будет. Доебался где-то. Но... Забирай, Вань. Вот сейчас будет чудо. Я уже понял, да. Ее резает. Забери. Перед каждым отравляющим ее резает. Всегда. Забирай. Выбирай. Краш-теста поднимите на пол. Забирай. 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 Забирай последний раз. Да. Самый крошеный лут, да, Петь? Да. Санька, у тебя же этот пояс есть, да? Да, забирать. Блядь, почти лут огонь. Лок, забирай лут, если надо. Побежали. Кириллик пусть забирает. Все, пусть забирает. А, Майлик? Ну, в принципе, да. С хостой. Без крита, конечно, но с хостой. Он с критом и с духом. А, крит? Я релик. А релик-то зачем кому? Я распилил. Даже ни одного друида. А, блин, так это же у нас нет бафа. Сейчас я поставлю. Поставьте кто-нибудь этот...
А баф есть у меня. А, есть? О, кто-то, все, кто-то красавчик. Тема на природу не было, да ладно. Мы сильные, мы справились. Или страшно бить. Будь ночным эльфом, будет похуй. Я просто просто откатились тринками. С меня бы забрать слугу, вот это. Ты бы, может... А что ты с танка спукал, Браун? Вы бы в танке. Ты понимал, у меня достаточно... Ты понимал, меня достаточно сильно глючит на трэке. Джекиса надо законтролить. Санёк, сервер не снимет с тебя, бро. Я ему фул контроль дал. Я бы... запарил.